основателем, руководителем информационно-аналитической компании, но не корпорация «Северный ветер». А вы где находитесь, «Северный ветер»? Владимирский централ, «Северный»! ИФК «Нортэшлинд». Я сын лейтенанта Шмидта. Докажите. Нету доказательств. Тогда вот... Ты втираешь мне какую-то дичь. И в это время ее одолевали звонками 8 раз. С какой целью они звонят? Дискредитировать власть? Поссорить с врачами? Оговорить всех и вся? А вы как относитесь к Антонову Николаевичу Булгакову? Вы в неформальную группу входите? Какую? Дети страдают, а вас какие-то секты интересуют. Саботируя органы власти. Он тебе пытался вменять саботаж. Вы меня хотите спровоцировать. Дестабилизация работы государственных органов. Он вплотную сотрудничает вот этими, с органами. Вам это о чем-то говорит? Конечно, провокация. Не нужно меня провоцировать. Вы кто вообще такой? Зайдите в YouTube, и вы себя там увидите. Так как вы не чистоплотный журналист. На дороге нашли, что ли, или где? В студии разберемся. Зазарекался, ты видел? Это ваше право. Ну и все, до свидания. Все, до свидания, неупокоив. И не нужно меня провоцировать. До свидания. Люди. Это бизнес, ну.